Всем привет! С вами снова я. Меня зовут Любовь. Тема сегодняшнего видео – это продолжение желтого листа орхидеи. Почему необходимо бить тревогу, если лист начинает желтеть неправильно от основания растения? Я заметила, что если лист желтеет внутри, и когда вы убираете лист и видите, что там все чисто, без нет никаких черных пятен, нет мокроты, обязательно нужно бить тревогу. Потому что это первый сигнал того, что корни, которые находятся в нижнем стволе внутри горшка у орхидеи, начинают загнивать. Листовая орхидея при пересадке, я заметила, что именно у тех орхидей, у которых ствол уже длинный и находится практически глубоко в горшке, вот именно там начинается чернота, именно там начинают гнить корни. И это первый сигнал того, что ваша орхидея начинает заболевать. Поэтому необходимо бить тревогу, обязательно достать орхидею и проверить, если она у вас давно не пересаживалась. И я уверена, что вы заметите, что ствол у вашей орхидеи очень длинный. Что бы мне хотелось еще сказать по этому поводу, будьте внимательнее. И если вы поливаете очень сильно, вот так вот, например, доходя в горшке высоко, и ваша орхидея имеет длинный ствол, со временем он обязательно начнет гнить. А к тому же, если у вас в доме прохладно, это будет самое подталкивающее действие к загниванию нижней части растения. Эта красатка моя, Соглорос, распустился первый цветочек после нашествия трипсов, выглядит вот так. Вы видите желтый лист внизу, но он желтел правильно. Видите, около основания растения там зелено. Просто этот лист уже постарел. Прошло уже 4 года, пора бы и кинуть какие-то старые использованные листья.